Здравствуйте, меня зовут Равиль Тузудинов, и я являюсь шеф-консультантом. И в этом сюжете я расскажу вам о фритюрницах торговой марки «Хуракан». Итак, фритюрницы. Название этого оборудования в переводе с французского означает «жареный». И процесс приготовления выглядит так. Масло наливают в специальную емкость, она же ванна, которая подогревается электрическими тенами или газовыми горелками. Продукт размещают в специальной сетчатой корзине и опускают в ванну с горячим маслом. Во всех моделях фритюрниц есть так называемая холодная зона, о которой, конечно же, стоит рассказать подробнее. Она находится между тенами и дном фритюрницы. В эту зону попадают крошки и частицы продуктов, что позволяет маслу дольше оставаться чистым и реже его менять. У бренда «Хуракан» представлены модели фритюрниц с одной и двумя ваннами. На экране вы можете увидеть характеристики модели с одной ванной. Следующие модели также имеют одну ванну. А эта модель HKN FT44N с двумя ваннами. На экране вы можете видеть характеристики этой модели. Эти модели также имеют две ванны. И сейчас я более подробно расскажу о значении цифр и букв в названии моделей. Если в названии одна цифра, значит эта модель с одной ванной. Если две повторяющиеся цифры, значит модель имеет две ванны. Само число говорит об объеме ванны. В этом случае объем ванны 4 литра. Если у модели в названии есть маркировка N, значит рабочая температура модели находится в диапазоне от 60 градусов до 190, а у модели с буквой L от 50 до 190 градусов. Краны для слива масла есть у 6 моделей, которые показаны на экране. Корпус всех фритюрниц торговой марки «Хуракан» изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. При работе с фритюрницей важно знать. Температура фритюра может снизиться, если вы перегрузите корзину с замороженным продуктом. Чтобы кляр не пригорел, сначала нужно окунуть корзину в ванну с маслом и только потом располагать в ней продукты. Не выставляйте слишком низкую температуру, в этом случае продукт сильно пропитается жиром. Одно и то же масло можно использовать во фритюрнице от 7 до 20 раз. Однако помните о том, что с каждым разом в продукте увеличивается содержание канцерогенов. В этом сюжете я рассказал о фритюрницах торговой марки «Хуракан». И если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Меня зовут Равиль Тузудинов. Пользуйтесь техникой правильно!